Если ты Сын Божий, садись со креста. Евангелие Матфея, 27 глава. Случилось страшное. Любовь и грех прибиты вместе на одном кресте. А у подножья люди, крик и смех, пересеклись все взоры на Христе. Толпа безумствует, глумится зло. О, если ты сам Бог, сойди с креста! А вдруг и вправду распятая плоть покинет крест позора. Что тогда? Спаситель с крестной высоты смотрел на тех, кто говорил «с креста сойди», кто для любви гвоздей не пожалел, и сердце билось тяжело в груди. В лицо Христу уже дышала смерть, еврейская земля ждала конца. Все громче крик, все громче слышен смех. «Прости им!» – Иисус молил Отца. Какие злые лица у людей, дышать так трудно, и в глазах темно. Живое тело рвется от гвоздей, а им там, у подножья, все равно. Из рук пронзенных, из пронзенных ног по дереву креста струится кровь. Я их любил, я сделал все, что мог, но разве им нужна моя любовь? Не тронуть каменных сердец ничем, не примут жертвы, не поймут они, напрасно все. И умирать зачем? Пусть остаются на земле одни. Отец, они не поняли меня, иду к тебе. Все смотрят на Христа, и замерла толпа, и ты, и я. Случилось страшное, сошел он со креста. Крест всемогущего не удержал, открылись небеса перед Христом, и каждый у распятия задрожал, увидев гвозди на кресте пустом. Шептали люди: «Верим, что ты Бог!» Но на глазах толпы поднялся он, растаял в чистом небе голубом, и над Голгофою протяжный стон. Иисус вернулся к своему отцу, и подошла притихшая толпа к колючему терновому ветцу, что с головы Иисуса вниз упал. Случилось. Люди больше не кричат. И мертвая настала тишина. А на кресте кровавая печать. И громко засмеялся сатана. Все кончено. Погас спасение, свет, никто не будет с Господом в раю. Иисус был прав, и больше его нет. Он доказал божественность свою и окружил сердца людские мрак. Как страшно жить в кромешной темноте! Но, слава Богу, было все не так, и наш Господь остался на кресте. Из рук пронзенных, с пронзенных ног последняя уже струилась кровь. Но Иисус нас разлюбить не мог. И не могла сойти с креста любовь. Он знал, что нет, не все к нему придут, не все поверят распятой любви, не все у ног его покой найдут. Но он для всех эту любовь явил. Он искупил нас от греха и тленья, а ты все проверяешь, Бог ли он? Тебе так трудно преклонить колени, а Божий Сын за грех твой был казнен. Он не сошел с креста, чтоб ты был счастлив. Захочешь ли Иисусу жизнь отдать? Сегодня длится Божья благодать, а завтра ты над будущим не властен. Спеши теперь спасение принять. Иисус готов тебя сейчас обнять. Он не сошел с креста, чтоб ты был счастлив. Сегодня длится Божья благодать. Но если ты к спасению безучастен, случится страшное. Ты можешь
опоздать. Аминь.